Вне Библии нет истины, все ложь, и человечество блуждает, как в просонах. Во всех религиях тьма распласталась сплошь, и заблуждений там тьмы тем помножь на сонма. О христианстве нам ли умолчать? У нас есть истина, Христос и Божье Слово. Здесь Дух Святой научит различать, где истина и истиной уловит. Но враг, но и изверг человечьих душ так запросто не бросил, не оставил. Он Библию сокрыл и стал Христос им чужд. И чуждо все, о чем глаголит Павел. И пастыри ослепли сугубо онемели, и мыкаются у гнилых традиций. Корабль церковный заржавел на меле, но слепота измыслит, где им потрудиться. Невера во Христа своим трудом пытается до праведности как-то дотянуться. Мол, через мощи мощные придем на исповедь к причастию, а значит, к Иисусу. Забиться в дебри, в норы и в берлоги. Паломников толкнули к поиску чудес. Но лишь у благовестников благословены ноги. Христа во гробе нет, он истинно воскрес. И бродят овцы с крестными ходами, расселись по кручам, по морям, холмам. И катится страна опять к кровавой бане, в который раз Бог выжжет сей обман. Паломники с поломками в душе все ищут святости во внешнем чудотворстве. Слепые черви в храмовом мешке, как иудеев Бог и этих в яму сбросит. Мироточение державности трухлявой миазмами затмило Божий горизонт. Не с Библии рюкзак для сувенира плямки. Сам дьявол сатана таких овец спасет. 2 мая 2007 года.